Всем привет, ребят, с вами канал RuCompass. Сейчас вам покажу небольшой лайфхак, как я обрабатываю свою одежду, когда выезжаю на природу. Итак, моя энцефалитка, рифтомид от клеща и самый обычный пакет. Смотрите, как это я делаю. Так, берем рифтомид, самый обычный антиклещ, энцефалитку обрабатываем. Пакет. Берем пакет вот так. Наполняем и засовываем. Заматываем. И все. Бросаем в багажник. Приедем на природу. Пропитается. Недели две будет держать. Вот такой лайфхак от канала RuCompass. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Все, ребят, всем пока.